А, Варух, из соседнего подъезда. О, что пишут? О, привет, привет, давно не виделись. Слышал новости Вифлеема. Три мудреца со стука направляются в Вифлеем. Звезда над Вифлеемом светит ярче обычного. Короче, все, я пошел спать. Вам звонят на Одноклассниках. А, кто там? Мария? Кто? Мария Иосиф. Что вы хотели? Мария Иосиф какие-то. Здравствуйте. У вас есть теперь что? Да нет, мест давно. Все занято, мест нет. Дает поспать. Опять что? Ну, пожалуйста, вам не останется. Ну, есть место вот в Льву. Только там. Больше негде. Посмотреть могу, фотку скинуть сейчас. Там что смотреть-то? Там хлев. Животные там живут, кто там, что будет, там места нет. Больше ничего нет все равно. О, хорошо настраивается. Ну, что там так, два одеяла. Ага, пусть возьму два одеяла. А, разбудили, а теперь спасибо. Вам звонят на Одноклассниках. Ой, кто там? Кто там опять? О, опять, слушай, что нужно? Вроде все, да, все рассказал, что такое, так, что еще? Что еще? Прошу прощения, одну тебя, да забирайте в шкафу. Спасибо, говорят опять. Ой, когда это кончится? Что это? Что такое? Что это поет? Что это? Ой, кто это включил? Я не включал. А как выключить? А как он сам включился? Как же его выключить-то? Вам звонят на Одноклассниках. О, три пастуха. Странно. Привет, пастухи. Вы что, своих овец потеряли? Они хотят к Марии и Иосифу. А я хочу спать, а не за домом в хлеву.
Вам звонят на одноклассниках. Опять. Три. Теперь три мудреца. У меня что сегодня? День гостей. Три пастуха, три мудреца. Он говорит, мудрецы, я вижу, что вы мудрецы. Мудрецы, отстаньте от меня. За домом. Туда же, наверное, пошли опять. Марию Иосифу хотят. А? Что это? Что это такое? Как это выключить? Ну все, с меня довольно. Тише, тише, ты разбудишь ребенка. Ребенка? Да, сегодня ночью на свет появился младенец. Да неужели? Ой, какой хорошенький. Здравствуйте, я корреспондент из Иерусалима. В вашем доме родился Спаситель. Угу. Да, это правда. Могу только сказать, что после встречи, после того, как я его увидел, я стал совсем другим человеком. Можно подробнее? У меня есть видео. У меня об этой истории есть видео. Вот Спаситель родился.